сзади, он дотянет. У Марка только что угнали машину. Ой, я не могу, я так не смеялась, но мне сейчас пузо порвется. Марк вышел из машины, Даня подбежал, сел за руль и давай вперед ехать. Марк сзади видит, что машина катится, давай хватать машину. Как вы ее хотели руками? Ну, за ручку руками. Руками остановить хотели? Ну, я бы остановил, ты что? Как бы вы бы остановили? Руками машина с горки катится. Она не заткнула на ручник, все поставил, как полагается. Думал, ручник отошел, думал, что за херня. Блин, я смотрю сзади, пытается ухватиться за багажник. Перелякался, бедный. Ноги трусятся, руки трусятся. Ну, мокрый весь. Весь мокрый, бедный. Бля, слушай. Ну, он добил, вот, добил. Ты видела? Да. Ты такое видела? Ой, я не могу, это Даня просто. Говорит, маркет едете? А? Говорит, маркет едете? Маркет? Да, ну типа магазин. Говорю, не домой. Ой, ну блин. Я думала, у меня вообще... Я помру за смеху. Вот это было, конечно, весело. Все, набирай. Отметила. Я набираю этот свой дом. Фух, вот это мы насмеялись, вот конечно. Насмеялись. Сердце чуть не в пятый не упало. Я думаю, я ее успею остановить, да пока она врежется в пункт. То с руля начал выворачиваться влево. Я же не вижу, что тут кто-то сидит. Все. Ой, вот это да. Тут она никак придумает. Все, я тебе не скажу. Вы пристегнулись. Поехали. Через 400 метров. Блин, что-то опять пробка чешу. Затем поверните направо. Что? Через 200 метров поверните налево. 20 затем минут поверните ехать. Поверните направо. Ну хорошо. Все, ладно, поехали. Марк вытирает стульчик для Роксаны. Все, садись. Это такая влажность большая, я только что вытерла окно. Смотрите, какое оно мокрое. Ужас. Все мокрое. Это же так невозможно жить. Это Иерусалим. В Иерусалиме наоборот все, сука, это все, это картина. Влажность такая. Мы ждем, когда нас позовут, я кушаю грушку. Так, теперь мне надо... Я вчера два граната съела ночью. Молодец. Они были кисловатые, я сахаром засыпала. И ложкой съела. Все, мы уже сегодня на своей машине. Вернули. Типуль прошли, он сделали нам этот. Стекло, ой, зеркало это. Все. Все готово, Ванка натирает свою машину. В общем, занимаемся хозяйством, Марк пытается отмыть вот это от скотча, потому что все ему сделали. Зеркало теперь целое. И все, будет оттирать это от скотча, остался клей. Блядь, тут что написано? Мураками. Харуки Мураками. Сейчас стираю, все. Марк, кстати, уходит в отпуск. Чтоб вы знали, он меня покидает. Так что мы работаем. Сегодня среда, еще... Сегодня среда только? Да. Блин, это нам еще два дня работать? Да. Вот, через два дня Марк меня покидает. Он будет идти лечиться, да? Операцию делать. На лице пластику себе будет подтягивать. Морщины. Хочет выглядеть молодо. Зубы вставлять. Будет тратить 100 тысяч шекелей. Делать нечего человеку. 100 тысяч потратить на операцию. Ну, вот такое. Красота требует жертв, как говорится. И хочет аж на 3 недели меня. Ему операцию за один день зафигачат.
А он хочет меня покинуть на 3 недели. Это нормально? Марк, а? Это нормально? Нормально. Так через сколько вы вернетесь? Через сколько? Через 3 недели? Об этом 1 марта, это еще неизвестно. Вы еще сами не знаете, да? Да. Так что вы, может, через 2 дня вернетесь? Нет. Через 3? Нет. Через 7? Через 10? Слушай, что-то не снимается. Ну, пускай, да, может, да, чуть-чуть постоит, и так вот мыльная, и этот, отклеится. Я знал, что это не снимется. Да, она снимется, да. Вот, ну, так, да, вот намыльте его, и пускай постоит. Марк любит свою машину, натирает, а это придется ее передать новому человеку. Он будет с ней прощаться больше, чем со мной. Машину он любит. Куда вы тогда теперь грязно это вытираете? Эту штуку? Вот эта влажная салфетка. Сейчас еще машину помоет этой влажной салфеткой. Потому что она еще мокренькая, надо ее куда-то использовать. Все так, наверное, делают. Сейчас еще обувь протрет, все протрет. Все же можно, вот видите, я же говорю, что будет все протирать. Потому что она же мокрая. Еще можно пользоваться и пользоваться. Вот, а мы работаем. Как обычно, ждем, что нас сейчас позовут. Должны позвать на работу. Вот так. Вот Марк торчит. Так что все. Марик в отпуск. Ко мне придет Андрей. Привет, Андрей. Фу. Все, ладно. Говорила, что Марк еще ботинки протрет. Смотри, он еще и ботинки протер этой салфеткой. Вот, все протер. Машину помыл салфеткой. Все помыл. Мой зайчик висит вот этой машине. В этом Шевролете. Вот это. Надо будет пойти заснять, как он там висит. Показать, что он хорошо я пристроила зайчика. Вот. Там Янивка ходит по крыше. По мосту. Вот тут уже закрыли все. И едем в тоннель. А ты зря на меня обижаешься по поводу того, что я говорю? Я на вас не обижаюсь, просто нефиг орать и доказывать мне что-то. У меня свое мнение, у вас свое. Я тебе ничего не доказываю. Шо, а что вы делаете? Я говорю, что церковь из мерковь, не народ. А что вы опять орете? Когда дебильный человек, который верит, идет, и ему доказывают, что евреи пьют и в мацу добавляют кровь детскую, это вообще, это уморазм. Ой, ну такое говорят там, про Бендеров, говорили, что детей едят и все остальное тоже. Но это не есть такие. И говорили. Про Бендеров говорили совсем это. Вот, говорили. Это националистическое образование, которое хотело создать государство украинское. Если мы будем говорить про украинское. Бендеров. Я вам говорю, что вот тоже говорили, что надо было уничтожить. Верить во все. Уничтожить. Кто-то верит, что для детей этого ели надо было даже. Уничтожить коммунистов, евреев. Опять же, евреев. Коммунистов, евреев, надо было уничтожить. Еще раз евреев повторить. Могу повторить еще раз. И что? Кто хочет, в то и верит. Хочет, кресты носит. Кто хочет, во что и верит. Вот. Причем тут одно и то же. Я говорю, что если ты приехал в государство Израиль. И что? И это демократическое государство, что хочу, то и делаю. На одного тысячелетия христианская вера относилась очень плохо к евреям. Сейчас многое меняется. Сейчас ну, многое почему меняется. Там стоят христианские церкви в втором городе, рядом с мечетью? При чем тут это? Купили они землю. Что купили землю? Купили землю, и это на частные пожертвования были построены эти церкви. Ну, есть же церкви. Это же не государство российское построило, например, церковь. Ну и что, ну, там российские нету церкви, там армянская. Ты даже не знаешь, что есть российское подворье в Иерусалиме, которое Путину отдали. Да, я вам за то, что говорю, что выкуплено. Мы с вами начали спорить за что? За апельсины и мандарины. Мы с вами за что начали спорить? Что кто хочет, носит кресты, хочет звезды, хочет месяцы носит. Кто хочет, то и носит. Надо соответствовать. Если чему соответствовать? Что, носить кипу и пейсы? Нет. Я еще чему раз, соответствует? Если ты религиозный человек, ты должен, если ты еврей, должен носить кипу и все атрибутику. Если ты религиозный христианин, ты должен носить крест, предположим. Ну, носят крест, и что?
Ну, хочет показывать человек, хочет не показывать. А его. Просто носить? Ну, просто носить. А какая вам разница, просто он носит или не просто? Кто-то просто кипу носит, а пьет по ночам. Или там дома у себя пьет. Кто-то пейсы носит и пьет тоже пиво и все остальное. Чё? А никто не запрещает? Ну, так и никто и не запрещает кресты носить просто так. Не запрещает, но... Ну, не запрещает. Это же неправильно. Что неправильного? Надо же соответствовать. Я же не могу сейчас, если я не верю, если не религиозно, я же кипу не одену. Ну, так оденьте, что вам скажут? Кто вам что скажет? Я же не дебил, я говорю, что дебилы. Вот я их называю, по-моему, вот это дебилы. Это дебилы такие, как вы, люди, которые скажут, будут... Верующие, глубоко верующие, они должны носить этот атрибутик. А если человек неверующий, не должен носить этот атрибутик. Кто хочет, тот и носит. Кто-то как аксессуар вообще носит. Так что... Всё. Надо сейчас будет ругаться. Там эль-полигоне. Не хорошо, вот эль-полигоне. Эль-полигоне. В общем, ребят, вот так вот мы с Марком спорим иногда. Вообще, мы спорили долго в Мистраде. Я не включала камеру. Но ужасно громко и долго. Вообще не люблю спорить. Мне это заводит в тупик. Хотя я иногда начинаю говорить наперекор и бесить Марка, а он начинает нервничать. В общем, такой дурдом творится. Поэтому вот так мы спорим. У каждого, ну, поспорили, да поспорили, и все. И забыли сразу же. Вот, в общем, такой у меня влог получился, наверное. Чуть там я сняла. Как-то я сбилась с режима. Как-то я снимаю полдня тут, потом выставляю, потом полдня. Короче, надо возвращаться в режим день. Снять и день выставить. И как-то у меня получается по полдня. В общем, так что такой влог. Спасибо всем за просмотр. Спасибо за вашу подписку. Оставайтесь со мной, за лайки ваши. Всем спасибо. Всем пока. И пишите, что интересно. О чем рассказать, что показать. Хотя сейчас уже будет карантин, ничего не покажешь, но что могу, то могу. Так что, всем пока.